Почти 2 месяца в библиотеке имени Чехова ведется ремонт. Строители подготовили стены под покрасочные работы. Началась установка и подвесного потолка. Ход ремонтных работ сегодня проверила глава муниципалитета. Юлия Купецкая осмотрела все комнаты, в которых проводится ремонт. Сейчас строители переходят к декоративной отделке помещений. В Чеховском зале готовят стены к обшивке гипсокартоном. Черновой ремонт закончен и в комнате, где расположится клуб «Активное долголетие». Полноценного капитального ремонта библиотеки не было со дня ее открытия, а это 1964 год. В этом году часть внутренних помещений преобразится. Здесь будет заменяться пол. Вы видите, что он, в общем, неровный. Он будет выравниваться, покрываться не скользкой специальной для доступной среды плиткой. Затем здесь будет заменен гардероб, создан новый ресепшн, установлена мебель для посетителей. И будет отремонтирован и крыльцо. Ремонт внутренних помещений проводится за счет средств муниципального бюджета. Уже на днях подрядчики приступят к сборке мебели. Планируется, что все работы закончатся в конце июля.